А у кого праздник? Вот, ну, во дворце напротив, у богатых детей. У них елка. Вот, да, конечно, ничего не помню, было лет 6. Но вот эти вот, я запомнила эти обозы. И вот если бы я приехала в это место, мне кажется, я бы обязательно его узнала. Там была такая гора. И с одной стороны дорога, она как-то опускалась вниз и уходила дальше. Неужели они все съедят? Неужели ничего не оставят? Кому? Нам. Ну, так они же нас не знают. А если попросить? Попросить нельзя. Почему? Потому что это запрещается. Собственно говоря, женщины приходят сначала красивым, а потом к настоящим. Но теперь в пингвинах нету страха, радио послушать и они хотят. Вечерами чинно в черных фраках, часами у поселка они стоят. Часами у поселка они стоят. И должен сказать, что никогда об этом не пожалел. Это счастье, что вот на этой сцене прошли 50 лет моей жизни. Это замечательный театр, где... Это театр, в котором всегда была замечательная труппа. Для этого театра писал музыку Шостакович, Шнитки. Тут работали замечательные художники. Тут у всех режиссеров получал. Получалось потому, что здесь была замечательная атмосфера, это близко. Здесь не было подсирки, интриг, вот этого актерского кабатинства. Мы не позволяли. Я пришел сюда, потому что меня пригласил Михаил Михайлович Янсен, который тогда был художественным руководителем этого театра. Он не поленился пойти смотреть меня в дипломном спектакле. Это сейчас режиссеры говорят, вот, студентам, давайте сюда, приходите, мы будем смотреть ваши отрывки в комнате. А он пошел в учебный театр, ну, правда, здесь недалеко, два квартала все. Он отправился в учебный театр и посмотрел меня в дипломном спектакле. Он вообще был замечательный человек. Он когда уезжал на гастроли, привозил подарки всему театру. Тогда художественный театр был один из тех немногих театров, которые гастролировали по Светлому. И вот он приезжал, привозил всему коллективу подарки. Актерам, рабочим сцены, гримерам, костюмерам, всем. Кому что? По мелочам даже. Кому галстук, кому ручку, кому фломастер, кому брелок. Но всем. Знаете, он был полный. Он был гурман. У нас буфет был в театре на уровне самых лучших ресторанов в Москве. Но так пахло этот буфет. Там были шашлыки по-карски с почечкой. Были цыплята табака настоящие, были купаты. Он вообще ложился на похудание, он толстый был. Своему приятелю, вот суп питания сбросит килограмм 30, потом придет на буфет и набирал заново. Он вообще не такой, как кажется в своих ролях. Он такой пушистый. Он был беспартийный, у него была позиция своя человеческая. Он дружил с диссидентами, с Гавелом, с автором такой любви Павлом Гоголем. Тогда художественный театр приехал в Чехословакию в самые сложные времена. Артистов собрали, сказали, чтобы они не общались с ними. Он с ними встречался, продолжал дружбу. Он был азартный человек. Говорят, что половина московского ипподрома построена на деньги, которые Яшин проиграл в Татарстан. Он даже актрису в театр взял.
Он узнал, что у одного из лакеев, он был коляшечник, дочка работает в Киеве, актриса, он пригласил эту дочку в наш театр в надежде на то, что за это отец ее будет говорить, на какую лошадь ставит. А тот оказался хитрый, не стал ему говорить. А дочка так в театре осталась. Его обожают в театре. Михаил Михайлович обожает.